картина Криванова. Я участвую в конкурсе Golden Time. Рисую я в технике многослойная акварель. Сегодня я представляю вам свою работу, которая называется «Рыжая рысь». Спросите, почему именно животное? Все просто. Я бесконечно люблю животных и природу. Животные меня всегда вдохновляют. И каждый раз, когда я рисую, не перестаю удивляться, сколько общего у нас с ними. У них такие же чувства, как у людей. Они все понимают. Они страдают, радуются, любят. И осознание этого каждый раз меня поражает. В своих работах я всегда делаю акцент на глазах. Вернее, изображая животных, начинаю всегда с глаз. Ведь именно глаза передают внутренний мир моих героев. Своими работами я обращаюсь ко всем. Не оставайтесь равнодушными к братьям нашим меньшим. Очень важно помнить, что мы на этой планете не одни.